И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Уга-Буга, Крошка-Крошка, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем здравствуйте. Ребята, вопрос от Максима. Как зовут этого аниматроника и с какой это части? Кто первый правильно ответит, тот будет молодцом и попадет в начале ролика. Жду ваших ответов. Ребята, 1000 лет мы не записывали очень классную, интересную рубрику «Угадай аниматроника по звуку». Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну что, начнем с самого легкого. Ребята, я скачал очень классные пилпаки, поэтому смотрите, как я их сейчас буду жестко обманывать. No light can save you now. Кошмарный Фредди. А, вы же будете убивать меня каждый раз. Так. Это было легко. Это было просто. На самом деле, это тренировочное. Вы же понимаете, что сейчас будет жестко. Это ж не жестко. Балора. Не угадали. Так, ребята, обязательно считаем очки 1-1. Надо, чтобы все высушили в ответы, а уже потом... А, так вы же открыли дверь, я ее убил. Хорошо, хорошо, слушаю. Что это Спринг Бонни. Ой, это этот, как он? Сейчас. Вот этот, Визард Спринг Бонни. Неправда, это был спринт-трап. Ну, я хотел сказать, что... Ну, ты хотел, но не смог, понимаешь? Не смог. Ну, попытка была хорошая. Ребята, 2-1, я тащу. Так, давайте теперь мы возьмем вот этого. Гусанёк, я вижу твою голову. Так, давай, у меня там этот... Слушай. Вот, хожу. Вот это ты дал, конечно. Очень. Давайте, у вас есть 10 секунд на раздумье. Кто-то из Twisted пилпака. 3, 2, 1. Открывайте дверь. Давайте узнаем. Пацаны, вы очень хорошо играли до этого момента. Но как только я скачал новый пилпак, у вас уже все, нету силы угадывать никак. Готовы? Это нет, этот, как он, дурачок. Да не говори так на моего аниматрониху. Вот он даже сказал, что это Спринг Бонни. Какой это? Это первый, это просто Спринг Бонни первый. Давай. Не В2, это первый Спринг Бонни. Давай Спринг Бонни обычный. Да, ну просто Спринг Бонни. В смысле? Это Спринг Бонни В2 был. Ребята, я их делаю в этом ролике просто по красоте. Сразу видно, вы поставили лайкосик, подписались. Залетайте в наш Дискорд, ссылочка в описании. Пообщаемся, поорем, нас уже скоро 50 тысяч. Вот что вы угадаете. Так, опять я знаю, ты сейчас поменяешь... Четвертый, но ты сейчас поменяешь аниматроника, я знаю. На записи увидишь, я так никогда не делаю. Это кошмарный Фредди. Но если вы уверены, открывайте дверь, я жду. Мне кажется, это кошмарный Фокси. Я думаю, это бот кошмарный. Это кошмарный Фредди. Ну хорошо, давай. Давай, кошмарный Фредди. Я ж был не кошмарный Фредди. Кошмарный. Ладно, угадали. Да блин, хотел обмануть вас, не получилось. Хорошо. Поехали дальше, пацаны. Усложняем вам задачу. Ой, короче, поп-гоес точно. Так. Блин, мне кажется, это фиолетовый поп-гоес. Мне кажется, это Blake the Pager, мне кажется. Spain the Crow, мне кажется, это он. Spain the Crow? Нет, я знаю, это не он таки. Да, это он. Так, Гусанёк, ты, наверное, не играй больше с ними, они пусть вдвоем остаются, то ты сильно много знаешь. Так, я подсматриваю, давай. Это какой-то этот... Это эндоскелет? Побегай. Эндоскелет? Это Puppet Enda, это Puppet Enda. Puppet Enda. Так, подожди. Да как вы угадали, вы не должны были угадывать.
Хорошо. Опа, это уже новое что-то. Это новое аниматроник. Мне кажется, это Фредбер. Мне тоже кажется. А побегай. Вот и бегаю. Это Фредбер. Это Фредбер. Все согласны, что это да. Ну, давай, Фредбер. Да блин, я думал, вы подсматриваете как-то. Нет, не подсматриваем. Ребята, они сильно начали угадывать. Так я уже сбился со счета. Кто выиграет, я или вы? По ходу поровну сейчас. Ничья. Сравняли, да. Так, теперь пора побеждать. Так. Так, моя башка сейчас подсмотрит, ну-ка. Может, это Коко? Какой Коко? Из Golden. Уверен? А так же, там же ж нету. Там же ж нет. А, это... Вы шаги слышите? Да. Это Коко. Блин, она сказала, Коко, что это Коко. Да блин, это конченый аниматроник. Ну, наголимо. О, поехали. Нет, не хочу. Нет, мы не хотим. Мне кажется, реально, это 8-bit baby. Нет, это может другой быть аниматроник. Я слышал его. А еще есть какие-нибудь звуки? Говорит, нету. Ну что, пацаны, давайте, сдавайтесь, вы должны проиграть в этом раунде, а то вы затащить. Ладно, я не против сделать поровну, поэтому давай, Максим, тогда 8-bit baby. Вы не смогли угадать ни 8-bit baby, ни 16. Ну ты голова. Это эндоскелет. Это мне кажется, обычный эндоскелет. Нет. Ты понимаешь, Фокси еще такой издает звук? Не только из FNAF 2 все такой звук издают. А он быстрый. Ну, эндоскелет это, быстрый. Это эндоскелет самый быстрый. Че, эндоскелет, ребят? Эндоскелет. Блин, там все почти такой звук издают. Но Дима сказал, дам нам подсказку, он быстрый. Слушайте. Он запутает нас. Да что слушайте, мы и так знаем, давай, что... Энда, давай, Энда. Давай, Энда. Красиво, ребята! Я все лучше и лучше играю с каждой серией. Давай полегче. Давай полегче, согласен. Это эндоскелет. Нет, это из на второго чипа. Давай. Ты что такое? Это новый. Усложняю вам в тысячу раз. Мы из новых не знаем вообще. Это может быть FNAF Arpeel. Может быть это мангл какая-то. Мангл, кстати, реально, да. Это либо кто? Обычно, либо Magic мангл. Скорее думаю, всего, Magic. Magic? Уверен? Сейчас подумаю. А это может и не она вообще. Может вообще 8-bit, baby. Да. Ну и этот чё? Чё думаете? Мне кажется, Magic Mangle. А походить можешь? Вот хожу. Ну какая, либо первая, либо вторая? Мне кажется, первая вот эта Mangle. Короче, давайте. Я тащу, я лучший игрок. Что ты говоришь? Смотри, вы не подглядываете или нет? Ладно, ладно, не подглядывает. Хорошо, пацаны. Поехала сложность. А это уже на мангл похоже. Что? Это не мангл, стопудово. Думайте! Кто это? А может быть, это и правда мангл. Я не поверю, что это Найпер Чика. Но это не кошмарная Чика, это значит какая-то из мангл. Мэгзикл манга. Вот это первая самая мангл. Мэнсикл. Кого выбираете? Давайте точный ответ. Мэнсикл манга. Мэджикан манга. Магическая мангл. Где ты? Иди сюда. Я боюсь, вы меня убьете! Я выиграл вас! Это она, это магическая манга. Я хочу выиграть вас. Это магическая манга, да? Ладно, убивай, все, я проиграл, согласен.
психи какие-то неадекватные. Ну что, вы готовы к экзаменам? Сейчас будет очень сложно. Ну? Пацаны, что вы без... молчите? Не знаете, что ответить на такой сложный вопрос? Он быстро бегает. Ну, да, нет. Да, они все тут быстро, кстати, бегают. Не, ну если очень... медленнее чуть-чуть, ну этот быстро. Давайте, пацаны, 5 секунд сложно. Вам даю. Но это точно не пингвин. Я знал, что это сложный вопрос, поэтому я вам его и загадал. Короче, мое мнение говорит, что это Saffron the Squirrel. Давай. Душу. А это Сара. Все равно мне очко добавляется. Вы все хуже и хуже, пацаны, играете. Пацаны, теперь еще сложнее вопрос, вы должны угадать. Поехали. I assure you, I am very real. Еще раз. И что это? Это Nightmare Fredbear, мне кажется. Нет, нет, Фредбир уже был. Слушайте, он делает так? У нас была Nightmare Freddy, а это Фредбир золотой. Думаешь, он так делает? А можешь... Это новая коллекция. А, все. Да, все, открывайте дверь. Если вы ответили. Так вы ж не ответили! Я угадал! Так ты просто открыл дверь, и ты не сказал точно, что это он, от фонаря открыли. Я говорю, что это Nightmare Fredbear. Да, поэтому да. Все. Хорошо, хорошо. Все, решающий раунд, я должен выиграть. Вы готовы? Конечно. Это Nightmare, это обычный черный кошмар. Это кошмар! Уйди отсюда! Да подожди, это я хотел, я не того взял. Да подождите, я случайно не того взял аниматроника. Да, да. Стойте, да. Не считается это очко. Нет, ну, конечно. Считается. Да считается? Считается. Напишите обязательно в конце ролика, кто победил. Аниматроники или охранники? И что это? Господи. Думайте, я верю в вас, вы сможете угадать. Это не новый кто-то, это кто-то старый. Это старый, да, либо FNAF 2. Либо. Какие-нибудь еще звуки поиздавать? Подожди, ты можешь обманывать. Ну как, я же говорю, открывайте дверь уже, вы боитесь, вы очкуете меня. Ну чё, вы согласны, что это Reaper Puppet? Ну почему бы и нет? Ай, ну с богом. Вы проиграли! Да вы проиграли! Ребята, ну все, я думаю, что в этом ролике я заточил 100%. Да не. Да-да, вы проиграли все. Проиграл. На тебе, щенок! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока. Пока.